целого и бегу. И все взял. Пора на прокат берутся. Универсам Берекет называется. А не спеши, ты куда так быстро идешь? Наши уже вниз пошли, да? Кать, куда так быстро идешь? А? Чего они так спешат? Красиво, да? Классно сделано. Аверма. Там мидии, креветки. Чё хочешь? Сладкая вата. Мороженка. Красиво. Классно сделано. Оптика. Вот так вот улочки идут. Вон там море справа. Все это вдоль моря. Не спеши так быстро. Убежите, успеете прогуляться. Вон там видела, да, это? Гостиница, да, там решила? Ну, типа гостиница. Прямо возле моря. Гостиница там, да, прямо возле моря? Прикольно. Экскурсия. А, шашлычком пахнет. А? Ага, экскурсия, да. Катают на экскурсию. Он видел такие. Ага. Прикольно. Чебуреки. Алтайка, давай. Россияне с материка сразу слышно по говору, да? Москвичи, скорее всего. Буква тянут, да? Куда? Они как-то заезжают сюда, видишь? Оттуда, да, заезжают? Через улицу, потому что там перекрыто. Это, короче, такая улица, типа на, ну, набережная вдоль берега, поселок Межводное. Это село, по сути. Недалеко от нас, 100 с лишним километров. Половина закрыта ночью. Берсик. Ага. Берсик. 4 матик. Делка. Чебуреки тут, там тоже отдыхают. Вон туда до моря вниз. Ага, вон тут спуск к морю, да? Туда до моря можно доехать. Сейчас пойдем с ними. Продукты работают. Мини-маркет. Вот лимонада бы выпил, бы или кваса бы.
Ну, не работает, как назло. Такой тут скверик сделан классно. Классно сделан. Тут братские могилы. Солдаты похоронены вот здесь. Такой монумент сделан. Такая вот мама стоит, ждет солдат с войны домой. Здесь тоже. Здесь тоже типа пансионата какого-то отдыха. Стояночка, да. Народ ходит, движуха. Там больше всего в центре сейчас тусуются. Цены можно посмотреть. 5. Цена в рублях. Тут автовокзал. Автостанция межводная. Вот здесь трасса идет. На Черноморска проходит. Через село прям. Вот автостанция. Такая вот интересная автостанция межводная. Кто-то гуляет. Это мой самолет стоит. Блин, чуть не упал через эту шишку. Не упал? Да, бетонные такие шишки. Папа, папа, ты салют пропустил. Я видел, я снимал. Нет, тут тоже был салют. Короче, удобно тут. Едешь, а то хоть паркуешься и гуляешь. А, шашлычками пахнет. Там аптека есть.